Друзья, всем привет! Приветствуем вас в нашей группе. Давайте делать робота своими руками. Итак, мы готовы разыграть сегодня наш розыгрыш на главный приз робо-манипулятора. Хотели мы его провести 27 декабря, но так как конкурс не набрал нужное количество репостов, мы решили это отложить. И сейчас пришло то время, когда мы проведем все-таки этот конкурс. Участников в нем достаточно мало. Поэтому шансы победить у заявившихся участников довольно высоки. Итак, откроем наш конкурс. Главным правилом было сделать репост на свою страницу и быть подписчиком в двух группах. В нашей группе «Давайте делать роботов» и в группе нашего партнера «Arduino робототехника». Так, розыгрыш мы будем проводить с помощью приложения Random App, что, собственно, сейчас и проведем. Так, скопируем ссылку. Откроем наше приложение. Нет, стойте. Откроем наш... приложение Random App. Правило у нас, вы должны были сделать репосты, то есть поделиться с друзьями на своей страничке. И, собственно, сама запись. Итак, подсчитаем количество пользователей. Их у нас достаточно мало, но в том-то и заключается сюрприз, что мы решили все-таки провести этот конкурс. Итак, пожелаем всем удачи и выберем нашего победителя. Итак, им будет Адам. Хорошо, проверим страничку Адама. К сожалению, страничка данного пользователя удалена. Поэтому возвращаемся к нашему розыгрышу и делаем повторный розыгрыш. Итак, снова желаем удачи нашим участникам. И смотрим, кто же у нас победитель. А победитель у нас Надежда. Проверим у Надежды в соответствии правилам нашего конкурса. Так, запись мы уже видим. Она присутствует. Сделана она 13 декабря. Так, проверим, является ли Надежда подписчиками наших групп. Так. Нашей группы является. Так. Группы. Группы нашего партнера. Сейчас проверим. К сожалению, Надежда не является подписчиком группы нашего партнера. Соответственно, правила конкурса не удовлетворяют. Сейчас я еще раз проверю, чтобы не ошибиться. Значит, как вы видите, наша группа. Переходим на страничку нашего магазина партнера. Открываем. Все участники, их у них 921, поиск, набираем нашего пользователя снова, нажимаем Enter и поиск не дал результатов. Поэтому нам придется снова переиграть розыгрыш. Итак, раньше такого, конечно, не было. Третий участник, мы выбираем третьего участника. Итак, барабанная дробь и стал... Вячеслав. Итак,
Что ж, проверим, состоит ли Вячеслав в наших группах и сделал ли он репост наших записей. Так. Записей довольно много, потому что 27 декабря времени прошло достаточно много. Что-то мне подсказывает, что запись здесь должна быть. Так, сейчас. Пока не вижу. Кстати, Вячеслав делает репосты нашей группы, за что очень большое спасибо. Так, ну где же, где же? Так, 7 декабря уже. Пока нет. Так, есть запись, есть на стене. Сделано 1 декабря. Так. Хорошо, проверяем, в каких группах состоит Вячеслав. Так, в нашей группе он точно состоит, можно вот его увидеть. Так. Не понял. Очень интересно. А как это так? Ну, он точно есть в участниках. Хорошо, так проверим. Так. Хорошо, пока проверим его нашего подписчика группы. Так, довольно странно. Раньше мы с таким не сталкивались. Группа не выдает таких участников. Странно. Хорошо. Тогда думаю, мы
Вернемся на страничку нашей группы. Так, ну, раз на той страничке мы его не нашли, будем считать, что его там нет. Тогда проведем новый конкурс. Точнее, четвертого участника. Итак, кто же все-таки станет победителем? Итак, барабанная дробь, и участником становится... Виталий Кубанский. Давайте пройдем на страницу Виталия и поищем, есть ли у него записи. Так. Ну, конечно, друзья, извините, но время уже у нас ночь. Я уже засыпаю. Надеюсь, не просмотрю. Предыдущего участника я еще раз проверю. Но уже не на видео, а по его ID. Так, 31 декабря. Как много репостов. Очень много. Конечно, можно было. Так, где же запись? Да, конечно, я таким методом ищу, но ничего страшного. Не пропустим.
Так, вот она. Запись. Сделана она у нас 1 декабря. Фух, репост мы все-таки нашли. Проверим Виталия. Если он в обеих группах. И если он есть в каждой из групп, тогда можно и будет объявить его видеть. Итак, в нашей группе он присутствует. В группе нашего подписчика он. Не присутствует. Так, друзья, это уже странно. Проверим вручную. Заодно проверим предыдущего нашего участника. Я не вижу. Так, все видно, пока не видно. Друзья, мы готовы даже вручную все это перелопать, чтобы убедиться. Даже не сомневаюсь. Итак, я не нашел этого участника, как и предыдущего в этой группе. Соответственно, мы не можем их также объявить. Поэтому, друзья, пятый розыгрыш. Удивительно. Итак, барабанная дробь. Выбираем победителя. Павел. Проверяем Павла. Страничку, точнее, Павла. Так, репост Павла есть. Проверяем наличие Павла в обеих группах. Проверим Артурина. Или Артурина, точнее. Так, в группе и Артурина он присутствует. В группе давайте делать роботов. Он также присутствует. Итак, друзья, наконец-то мы можем с вами точно выбрать победителя, и он им становится Павел Чтинин. Поздравляем вас, Павел. А поздравление мы напишем вам лично сообщение, а также опубликуем эту запись в нашем паблике ВКонтакте, на нашей группе. Всем спасибо, спасибо, что дождались. С наступающим Рождеством. Всем спасибо, всем пока.